Мы в Ютербок 2, 8 декабря 2023 года. Это казарма, которая с часами, где располагались подразделения войсковой части 34999 и другие подразделения других войсковых частей. С этой стороны размещались подразделения 17-го отдельного танкового батальона. Сейчас видите, что здесь солнечные батареи, парк солнечных батарей. А что дальше, был парк боевой техники. Времени начало 11-го. 0 градусов температуры. Снежок, который был, тает потихоньку. Мы подойдем поближе. Да, левая сторона уже разрушена давно. Вон просматривается с левой стороны, вот так прямо в центре, водонапорная башня. Да, опять-таки хороший ориентир. Вот ее видно. Ну, попробуем ее поближе увидеть. Вот водонапорная башня. Неоднократно начинали ее казарму, здание казармы ломать. Ну, два раза точно. А сейчас это памятник. Памятник архитектуры. Почему-то вот никак ничего с ним не делают, не восстанавливают никаким образом. Да, левая сторона мы уже знаем. Тут и санчасть была, другие службы размещались. Ветерок поднялся. Приличный. Холодно. Хотя ноль градусов. Да, на неделе уже воскресенье, по-моему, будет до 9 градусов тепла. Ну, воскресенье осталось уже 2 дня. Пятница. Сегодня. И вот туда правее, там был медсамбат. Здание медсамбата. И вот тут располагались подразделения, объекты 17-го танкового батальона отдельно. Ожидается снег сегодня. Ну, посмотрим, будет, не будет. Вот мы куда же подошли, ко входу. Здание потихоньку рушится. Правая сторона сверху, там уже обвалился фронтон. А мы зайдем, наверное, вовнутрь. Да, вот мы перед входом. И зайдем. Центральный вход. Вот мы сюда идем. Конечно, мы тут были не один раз. Ничего тут не изменилось, кроме как больше разрухи. Вот он вход. На потолке медальоны или как уж тут какие-то, так можно сказать, медальон. Что
ступеньки. И мы поднялись. Вот здесь было написано. Вот здесь. ГШВНД. Служить по-боевому. Это влево от входа. А это вправо. Вот он вход. Здесь мы поднялись. А туда можно было выйти на плац. И там дальше уже туда можно выйти к башне водонапорной. По коридору пройдем. Первого этажа. Вот какая тут плитка лежит. Все ее помнят. Взлетка. Помню, или баня, или что тут, не помню. Далеко не все подписчики канала и участники группы «Офисмагель» просматривали ранее созданные видео, фотографии, которые у нас изобилие в альбомах группы «Офисмагель» и в группе «Троиц Ютербок». Кому-то будет это уже не интересно, поскольку были, кому-то откровения. Вот коридор, мы по нему прошли. Вон башня, вот она опорная. Влево-право помещение всякого рода, мы поднимаемся повыше. Да. А здесь можно выйти. Мы будем тут, наверное, выходить. Когда завершим видео. Может быть. Там у нас автомобиль. Поднимаемся повыше. Это площадка между первым, вторым этажом. Второй этаж. Это коридор второго этажа. Вот как они. Все эти рифленые плиточки гладкие стали, сколько поколений солдат здесь пробежало. Мы развернулись и выше идем на третий этаж. Паркет убирается потихоньку. Да, это второе, идем на третий этаж.
Вот тут было здание столовой. Вон там где-то находится здание караульной службы. Караул. Третий этаж. Поднимаемся. Вот здесь мы проходили с вами давненько. Вон видно, где эта цистерна была и часы. Ну-ка, с этого места будет видно башню или нет? Конечно, видно. Вон она. Как мы тут пробирались, проходили. Да ну все хуже и хуже делается. Идем повыше. Это третий этаж, коридор мы видели. Вот с этого ракурса столовую можем видеть. А вон она, здание караульной службы. В центре. Здесь было здание столовой. И вот мы наверх поднялись. Это чердачное помещение. Здание. В начале видео я говорил, что фронтон упал. Вот, его нет. Да, ничего нет вечно. Ах, вот видно эту, где была цистерна с водой и часы. А вон там башня водонапорная. Конечно, мы сюда не идем. Нет. При желании можно пройти, тут есть возможность вот стационарно или как несущие стены, можно пройти, перешагнуть, но нам нет такой необходимости. Рельсы сняты, вот срезаны, видно, что они тут были. Мы выходим вниз. Собственно, мы и посмотрели еще раз на столовой, которая тут, которой нет. Здание. Третий этаж. Да, не специально сюда проезжал, это проезжая мимо, через Витербург 2 проезжаем, ну, забегал сюда, сделали видео. Да, все, что делаю, что-то никак она
Не хочет работать. На холоде. В интересах, да, все, что мы делаем, и я в частности, в интересах и на благо всех тех, кто проходил здесь воинскую службу в рядах вооруженных сил СССР в составе группы советских войск Германии. В частности, именно здесь, в Ютербург, где мы находимся, Ютербург-2. Лекенвальды, Барцины, Ютербург-дамы. Вот, отключилось совсем. Непонятно, что такое. На холоде не хочется. Какой-то холод странный. Раньше это холод, а он уже не работает. Сейчас мы попробуем включиться. Включается. Да, включилось. Настроить что? Да, Нойс лагерь. Вот и лагерь. Требрецен. Довольно много было здесь войсковых частей. На территории каждой из них мы были не один раз. Повторяюсь, в интересах и на благо всех тех, кто проходил здесь воинскую службу. Кто был здесь по другой надобности, учился в школе. Время проходит. Да. Ух ты, мы хотим тут выйти. Да, хотим, а получится ли? Получится. Время уходит. Многое стирается из памяти, как и стирается из бытия. Вот были казармы, не стало. Была столовая, не столовая. Но мы помним. О, какие тут навес. Вон какой навес. Мощный. А тут подвал можно поднять, спуститься отсюда. Ну, нам туда не надо, мы там были не один раз. Это приклейка ГДРовская была. И вот мы выходим как раз к столовой, вот сюда, которой нет. А вон помещение караульной службы, белая крыша, снег лежит. Вышли. Смотрели, вспомнили. Вон это караулка. А вот здесь, за этим обуловком, вау, это останки мусора. Останки строительного мусора, столовая. Чуть дальше. Вот мы здесь были с вами. Здесь мы вышли. А зашли в другом месте. Зашли мы через парадный вход, а вышли сюда. Сбоку, напротив головы. Солнце пробивается. Тонкая дорожка. Туда, караулки. Ну, а мы потихонечку завершаем видео. Ютербург. А, Ютербург 2. 8 декабря 2023 года. Казарма с часами, где размещались подразделения войсковой части 34-999 и другие части. Подразделения других частей. До свидания.